Тревожные сообщения приходят из Сирии. Террористы нанесли массированный удар по крупнейшему городу страны Алеппо. В результате более 40 человек погибли, около 100 ранены. Нападению подверглись жилые кварталы, аэропорт, позиции армии, курдского ополчения. По данным Российского центра по примирению, за атакой стоит запрещенная у нас группировка «Джибхат ан-Нусра». Наши военные ранее выступили с предупреждением о том, что экстремисты закончили перегруппировку сил и готовы к активным действиям. Боевики воспользовались режимом тишины, объявленным в мае, тем, что их отряд находятся в тех же районах, что и формирование так называемой умеренной оппозиции, по которым авиация России и Сирии ударов не наносит. За это время бандитам удалось восполнить запасы оружия и боеприпасов. В нашем военном ведомстве также обратили внимание на новость в западных СМИ о том, что вертолеты вооруженных сил США накануне произвели сброс оружия и амуниции для вооруженных оппозиционных отрядов, но опасный груз попал в руки игиловцев.